Конец февраля и начало марта – это смски от ЦИК России по поводу выборов. Они через сотовых операторов рассылают призыв прийти на выборы президента Российской Федерации. Абсолютно нет сомнений, что будет выбран Владимир Путин. И это хорошо, на мой взгляд. Например, те же украинцы не воспряли бы ото сна и также бы ходили в розовых очках, не зная истинный лик врага своего – диктатора Барака Обамы. Благодаря Путину русский народ озвучил свое представление о мире, истинное положение дел в головах своих. Украинский народ, кстати, является одним из самых сильных на постсоветском пространстве по всем показателям, в том числе по численности и интеллектуальному потенциалу. И хочется пожелать им удачи в борьбе, чтобы они не повелись на оттепель тем, кто против, голосовать именно за Путина, а лучше проголосовать за деньги. Я думаю, лишние 500 рублей не помешают. Если вы поменяете Путина на какого-нибудь Алексея Навального, просто замените одного на другого, будет новая маскировка, и истинный лик этого народа будет вновь скрыт. Поэтому только Путин, только за Путина. И эта политика в течение тех же 6 лет может привести к тому, что враг самоликвидируется или рассыпется на некоторые куски.